Вот, показать, что у нас тут с виноградом. Батюшка пришел на солнышко-то, плохо видать. А вот это что такое, Александр Михайлович? Это ревень, он очень хороший. Это ревень. Ну, что вы тут делаете? Это наша Тамара глухонемая. Да. Ну, Александра труженица Михайловна. Она труженица у нас. Вот тут, видишь, привязывают. Это я ее вытащил, маленько привязал-то. Вот, это наша яблоня. Это Надежда Павловна еще ее занималась. Она вот мне она дала какая молитву, и я вот их читаю. Она мне дала молитву, Надежда Павловна. Это уже 16 лет, и их каждый день исполняю. Вот видишь, это и тут это не наступайте, это тыква. Тыква растет в ямках. Да вы что? Это тыква. Понятно. Я тут вчера поливал, а потом закрыл. Солому, чтобы мне привезли, Игорю, скажешь. А то я травой закрыл пока. Вот. Тут у меня что? Чеснок, зелень от урана начинаем рвать. И загородил ее, потому что коты заходят и метят территорию-то. Ну и тогда взять нельзя поесть. Окружил ее. Вот видишь, эта тыква растет. А тут у меня дикари, голуби. О, сколько их. И чердак весь занятый. Все мои хорошие голуби. Вот. Они у меня тут наверху, внизу, везде сядут, тут не меньше 20. Вот они друг друга это молотят. Смотри, что делают. Бьют друг друга. Это бы не поделили что-то. Ну, всегда один главный. Вот этот под рукой у меня бьются, друг друга не видят, вот как глухарь. Я его взял и арестовал, за пазуху посадил. Главный-то вояка попал в руки-то. А которого били, он тоже перешел на должность главного и начал других бить. Вот такая история. Вот таких мне надо с полосками еще парочку на зиму приватизировать, чтобы они внутри у меня вывели своих. С этого времени, думаю, буду кормить вот таких. Ну. Много тут у меня их. А там вверху сделал я вот такую решетку. Да. Чтобы не вылетали. Ну, те, что привыкли. Ну, вот так. Красавец какой. Да какой хороший, а? Ну, все просушивается, сарай, дверь каждый день приходится открывать. Видишь как? Ну-ка, показать, что они тут делают. Друг друга гоняют, преследуют, видишь как. Одного прогоняет и другого. А что тут не хватает места? Долбит, бьет. Нигде миров по нету. Ну вы-то уж голуби, голуби, а? Мирная птица. Вот, видал, что прет его почем зря. Вот, цветы и голубь. Видите, как красиво выглядят одуванчики. Залез и этот отстал, пошел. Деловой такой. Прям вплотную ко мне лезет. А то там сидит в цветах. Ну какая картинка. Красивая. А здесь еще я не знаю, что за дерево вот это у нас растет. Какая-то ягода на нем, как чернослив. Ну а это вишня. Мне сильно нравится. Здесь большая у нас елка и береза. О-о-о.